Ну що ж, перший етап змагань закінчився. Чи задоволені ви результатом з огляду на участь в подальшому у лізі С? Конечно, мы планировали попасть в Лигу С, так как мы в прошлом году заняли 4-е место. Хотелось бы повторить этот результат. Мы пробуем свои силы, пытались попасть чуть-чуть выше, но с определенными там обстоятельствами мы это не смогли сделать. Насколько объективным є результат сегодняшней зустрічі, дещо розгромний? На 100% объективный, потому что команда ДЕН – это высококлассная команда, которая имеет хороших игроков, технически обладающие мастерством. Поэтому у нас команда достаточно молодая, нам еще учиться и учиться, тем более у таких команд, как ДЕН. Ваши цели у лизи С? Максимально попасть в призы. Я же говорю, еще раз повторюсь, мы в прошлом году заняли 4-е место, поэтому сейчас хотелось бы как минимум повторить этот результат, но и при хороших каких-то обстоятельствах взять любые медали. Да. Спасибо.